Давайте без мата, молодой человек. Нет, серьезно, давайте хватит. Бульба, туда. До Лукашенко. Его тоже туда. Многие спрашивают, что за флаги мы сегодня принесли, белые, голубые, белые. Это сейчас используют уже, наверное, около месяца все россияне, которые против войны в Украине, которые говорят «нет путинскому режиму». Вот чтобы вы знали, что теперь вот этот флаг, триколор, мы больше никогда не будем использовать, потому что он в данный момент является фашистским символом, и Путин из него сделал так же, как и из других символов, которые мы раньше использовали. Я понимаю, что с триколором я и мои соратники, и многие люди в оппозиции выходили в России на митинги против Путина, нас арестовывали, нас сажали, избивали, но в связи с этой ситуацией, то, что Россия, я уже говорю сейчас не Путин, а Россия напала на Украину и захватывает ее территорию, мы больше не вправе и не хотим использовать российский триколор. Теперь россияне, все россияне, адекватные россияне, которые все понимают и все видят, будут использовать только вот этот флаг, чтобы вы знали, что это за флаг. Спасибо. Посылайте деньги Украине.